Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Он продолжает изучать книгу Барана Дилана Ацебихи. Бэрон целует спящую Дилан в лоб и ласкает ее щеку. Бэрон, почему ты такой безрассудный и независимый, Дилан? Дилан, Баран Карабей знает все лучше всех, но не забывайте об этом, перед вами Дилан Карабей. Хасан, я узнал, кто выпустил Тургута. Когда Дилан снова открывает дверь своего кабинета, он слышит голоса, доносящиеся изнутри, и его глаза широко открываются. Во-первых, где госпожа Азади застала Барана одного? Госпожа Азади, как мы можем верить тому, что говорит эта девушка? Сабиха, все готовы, ты уходишь отсюда. Бэрон думает о том, почему он находится в саду, и спрашивает себя, какая связь у Дилана с Сабихой. Дилан, есть еще одна работа, о которой никто не знает, на этой работе я ее обязательно найду. Баран ловит Дилана, когда он роется в вещах Барана в его кабинете. Господин Кудрет понял, что Фарату не нравится Дирья. Господин Кудрет, ты будь собой, послушай меня, сын мой. Такого брака не бывает, Фарат. Господин Сейд звонит Дилану. Господин Сейд, я узнал новую информацию о Гэже Сабихе. Дилан очень удивлен по телефону. Когда Баран сердито идет, он вытаскивает из-за пояса пистолет. И тут в спину Тургуту направлен пистолет. Затем Бэрон внезапно поворачивается и смотрит в другое место. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.